и такие аппараты ездят у нас. Всем я поиграл, как говорится. Всем привет. Я быть сегодня в капюшоне, в куртке. Сегодня холодно, 10 градусов тепла. Но по сравнению с погодой вчерашней, это, конечно, несравнимо. Я вставлю кусочек видео, где погода отличается раза в 3 в худшую сторону. Где идет дождь, это было вчера. А сегодня полюбуйтесь, погодка просто шепчет, ну ветер только холодный. Вот. Показываю вам свои места, где я живу. А позже мы переместимся в домашнюю атмосферу и я распакую посылки от вас. Вещики. Это будет первая распаковка. Так мне присылали донаты, я послал вещи за ваши донаты, но это именно будет распаковка официально посылок от желающих помочь поигралычам в развитии канала. Итак, плавно, друзья, перемещаемся на распаковочку домашнюю. От себя хочу добавить, что коробка второй посылки от подписчика была настолько огромная, что она просто не помещалась в кадр. Я еле сфотографировал себя на фоне этой коробочки. Вот, отошел уже от почты, присел во дворе и сфотографировался. Итак, мы в домашней уже обстановке. Вот мой рабочий стол. Можно приступать к распаковке первой посылки. Первая посылка не от подписчика, но это нужная мне вещь. Вот она. Давайте посмотрим, что там внутри. Так. Мой нож берем. Аккуратненько, чтобы не порезать коврик. Что у нас тут? Так, что-то она не открывается, нифига. Чайниз. Кадр будет пересвечен у вебки, потому что тут яркость накручена просто на максимум. Два источника света. Поэтому первое, что у нас из распаковки. Спасибо Павлу, он донатил мне, и я купил карту видеозахвата. Она мне, надеюсь, поможет в дальнейшем. Можно с телефона снимать. Можно снимать любой процесс со старого компьютера, с приставки, с консоли, с чего угодно. Можно захватывать видео. И я не знаю ее качество. Вот такая вещь.
холодная, металлическая, прикольная, кстати. Маленькая, но вес какой-то приблизительно имеет. Не так, как флешка, которая не весит ничего. Так, что-то у нас тут еще. О, а вот он и переходничок. С микро-USB, я надеюсь. Бляха-муха, он с Type-C. Ну ладно, у меня переходник есть. А может и нету. Он с Type-C, а у меня на телефоне микро-SD. Микро-USB, вернее. Вот такая вещь. Video Capture HDMI. Она USB 3.0. USB 3.0. Вот такая вот штуковина. Спасибо Павлу. Игры. Ты донатил, я себе приобрел такую вещь. Нужная, полезная, я бы так сказал. Вот, он поближе. USB 3.0. В общем, карта видеозахвата. Это первая распаковка. И в комплекте еще продавец дал переходничок с Type-C на коннектор USB-шный 3.0. Хорошо. Вот у нас две штучки, которые мне, возможно, пригодятся. Я не знаю по поводу качества, и я надеюсь, там все в порядке. Надеюсь. Главное, чтобы было Full HD и 60 кадров. Вот что главное, чтобы не тормозил кадр. Вот. А мы плавненько перемещаемся все-таки к посылке от подписчика. Это одна из посылок, я вам скажу, которые мне приехали. Вообще их было две. За этой посылкой и за этой посылкой я ходил вчера. Вчера была плохая погода, дождь. Я вам вставлю кадры. Или вставлял уже, получается. Они в начале видео будут. Как я ходил вчера и сегодня за второй посылкой от подписчика. Так, распаковываем. Что у нас здесь? Посылка от Олега Сигизмунда Херберштейна. Так он себя называет в чате на YouTube. Спасибо тебе, Олежа. Интересно, что же там внутри находится. Очень интересно, что же там внутри находится. Так, это дно. Здесь штрих-код. Показывать мы его не будем. Хорошо упаковано. Коробка большая. Мы с Олегом общались по телефону. Он сказал, что там не только то, что он обещал, а обещал мне на стриме выслать две планки по 8 гигабайт DDR4 памяти. Ни хрена себе. Охренеть. Блин. Ты посмотри на это. Ты посмотри, ё-моё, это что такое? Samsung SSD. Капец, да ладно. Блин, давайте отставим пока коробку. Пусть она нам не мешает. Вот сюда. Капец, не может быть. Так. Что у нас тут? Та ты шо? Samsung Venant SSD 970 EVO. Вы посмотрите на эту красоту. Вы только взгляните на это. Ты шо, Олежа, ты красавчик просто. У меня нет слов. Ё-моё. А за это-то ты мне ничего не сказал. 500 ГБ? Ебать. 500 ГБ, ребята. SSD Samsung 500 ГБ. Скорости записи чтения по 3000. Ух, ничего себе. Но, блин, мне, наверное, скорее всего... Так как я не знал, я 5 дней назад купил себе уже SSD-шник от Gigabyte, я показывал на стриме. Но я знаю, куда это применить вещь. Я знаю, кому она пригодится. И, возможно, я дособеру вторую добросборку. Вот, посмотрим. А, блин, не гони, там еще что-то лежит. Ё-моё. Блядь, что там еще лежит? Второй SSD? Капец, блин. Kingston. SNS. 256 гигабайт от Kingston.
Ни хрена себе, вот это джекпот, ё-моё. Охренеть, Кинстон. Внимательно, ребята, Кинстон. И Samsung, Олежа, ну ты красава, просто, блин, у меня нет слов. Реально, мы с тобой обсуждали, но ты не предупреждал, что будет явно такой подарочек. Еще помимо оперативки такой ценный. Блин, это ж насколько, блин, тут посылка потянет по деньгам. Хорош, хорош, Олежа, спасибо тебе большое. Вот еще раз. Видимо, 990 Pro Олег поставил себе в комп, но 970 не менее хуже. Тут, правда, на терабайтник. 500 гигабайт SSD и SSD на 256 гигабайт M2. M2, повторяю, не просто SSD, а M2. Та ты шо, вот это ты даешь. Так, это откладываем в сторону. Олег, спасибо тебе большое, лайк. Вот. И что у нас еще в посылке? Что-то еще тут. Опа, Vengeance RGB RT Corsair. Смотрите, какая коробочка. Но это обещанная оперативная память. Фух, да ты что, я еще не успел отойти от этого. А тут еще, тут может еще что есть в коробочке. Нет, в коробочке ничего нету. Ладно, отложим ее в сторону. Так, что у нас здесь находится? Давай я сюда это поставлю. Итак. Vengeance Corsair DDR4, 32 гигабайта, 3,6 памяти скорость. Что у нас здесь? Та-дам! HyperX Fury! У меня стоят две Pacer. Одна на 8, одна на 4 гигабайта DDR4. Но такого я еще не видел. Давайте эту красивую коробочку вот здесь оставим. Так, полежи. HyperX. О, гля, классно. Вот это пригодится. Прикольная, нужная вещь. Если я буду передаривать что-то из того, что ты мне подарил, это пригодится. Кейс хороший. Такой плотный, блин. У меня есть, но они гораздо хлипче, чем этот по качеству. HyperX. Ё-моё. Ребята, посмотрите. HyperX. Давайте посмотрим, насколько же они. Должно быть 2 по 4. В сумме 8 гигабайт. HyperX is Division. HyperX. Kit of 2. Ребята, Kit of 2. 32 гигабайта. Ё-моё, 32 гигабайта. Да ты шо. HyperX 32 гигабайта. У-ху. Ничего себе, вот это мой комп теперь полетит. Да ты шо. Ё-моё. Ну давайте хоть распечатаем. Так. Ага, вот так распечатывается коробочка. Так, может быть, отблескивать. Да ты шо, холодные радиаторы. Ё-моё, как-то сюда достается. Так. Хорошо, HyperX. Смотрите, даже след от пальца остается холодная. DDR4, HyperX Fury. Kit of 2. 2 по 16 гигабайт DDR4 памяти. С частотой, ну, скорее всего, 2666, но это нереальный подарок. Олег, спасибо тебе большое. И только полюбуйтесь на это чудо чудесное. Две планки, две, мать его, планки по 16 гигабайт DDR4 памяти. Так, как бы я отсюда аккуратненько достать. HyperX, полюбуйтесь, это шикарно. Шикарно. У меня ATPACE, но это просто кайф. Это просто кайф. Это, блин, это выше всяких похвал. Это обалденно. Олег, спасибо тебе большое. Итак, у нас получается первая посылочка уже вскрыта, вторая. Так, это мы аккуратненько потом сложим. Откладываем, видимо, да, положу это все дело на диван. Так, а теперь, ребята, переходим к распаковке не менее важной и крутой посылки, второй от подписчика по имени Павел.
Опа. Опа. Ё-моё. Вы только полюбуйтесь. Полюбуйтесь на этот коробок. Что же интересно у нас тут внутри? Только посмотрите на эти размеры посылки, ребята. Это посылка от Паши Игры. Он в чате так подписан. Черновецкой области, по-моему. Штрих-код у нас находится снизу, но на самом деле верх коробки здесь сверху. Это что-то внушительное и по весу килограмм 6. Как вы думаете, что виднеется здесь внутри? А виднеется у нас через пупырку надпись PlayStation 3. Не может быть, ё-моё, это вообще крутой подарок. Капец, какая надпись. PlayStation 4. PlayStation 3. Это класс, это кайф. Посмотрите на этот шрифт. Он напоминает мне фильм Spider-Man. А оно действительно так и есть. Шрифт, такое ощущение, что взят оттуда. Так, давайте я, наверное, ее переверну. И по-быстренькому пакет мы попытаемся ни хрена не снять. Так, может, я неправильно распаковываю. Я делаю это не так часто, как хотелось бы. Так. Почему-то, зараза, не снимается. Ну, вот уже пошло. Пошло дело. Дело пошло. Пакет. Пупырочка. Очень удобная, хорошая вещь. Пригодится в хозяйстве. Ё-моё, PlayStation 5. PlayStation 3. Вы посмотрите на этот значок. Только полюбуйтесь, как говорится. Я аккуратно чуть-чуть пододвину сюда. Я просто буду аккуратно с этой малышечкой. Малышечкой PlayStation-ышечкой. Oh my gosh. Как бы сказали. Флаг она. Так, давайте сюда. Так. Вот такой у нас потанцевал. Да, обалдеть. Вы посмотрите. Только посмотрите, PlayStation. Везде PlayStation. Офигеть. У меня была консоль третья PlayStation, но у меня не было коробки оригинальной никогда. У меня была когда-то в детстве PlayStation Super Slim 1. Блин, как же ж тебя отсюда вынуть. Так, у нас здесь есть куча. Оу, май. Да ты шо, здесь даже HDMI есть. Класс, класс. Посмотрите, ребята, здесь даже есть HDMI. По-варварски разорву. Кабель питания. Компьютерный разве? Там разве такой? У меня Super Slim была, а там был провод обычный. Как для приемника. Типичный. HDMI-овский кабель, ребята. Только посмотрите состояние. А нет, это кабель зарядки. Это не HDMI. Это кабель зарядки, видимо, для геймпада. Да, есть здесь HDMI. Я не соврал. Посмотрите на это чудо. Чудесное. Кабель HDMI. Так, давайте в сторонку это дело. Все отложим. Полюбуйтесь еще на передочек. Так, как бы с нее все... Дело это вынуть. Ох, А, тут еще что-то. О, ха-ха-ха-ха. Оригинал, нет? Ну, может и оригинал, хрен знает. Хрен знает. Но этот стик почему-то смотрит более левее. Шляпки есть, насадки? Нет. Чехлов нет, но у меня есть чехлы. Ребята, полюбуйтесь. PlayStation 3. Геймпад от PlayStation 3.
написано Six Axis DualShock. Что-то легкий, вообще ничего не весит и болтается, зараза. У меня тоже есть DualShock. Смогу ли я его достать, показать? Видимо, не смогу. Но у меня тоже есть DualShock старый, у него болтается левый стик, и мне возможно пользоваться. Вот. Ну как, возможно, он рабочий, но его нужно постоянно держать вот в таком положении. Спасибо, геймпад оригинальный в любом случае пригодится. Но возможно буду коннектить другой. Посмотрите сравнение. PlayStation 5, он в чехле, и PlayStation 3. Посмотрите. Только посмотрите на этих два геймпада. Разница. А? Как вам разница? Да, они даже вдвоем на руке не помещаются. Это тяжелый, зараза. Это DualSense PlayStation 5. Sony, и дела. Спасибо. Уже приемно. Так, ну давайте же. Давайте же. Еще какая-то тряпочка. Тряпочка желтенькая, хорошая микрофибра. Иногда. Ох. Давай же, ну. Сука. Давай. Провода мешают. Так, куча демпфера. Куда его потом это все девать? О, посмотрите, какая консолька сбоку. Смотрите на это чудо чудесное. Нарисовано на коробочке. Распечатка, распаковка очень долгая. Так, что у нас тут? Так. Так. Щет, я чуть ее не уронил. Посмотрите, сколько добра здесь лежит. Это что-то с чем-то. Коробка немного пыльная. Так, 12 минут. Да ты что, здесь еще куча кулечков. Да ладно. Серьезно, фатка? Это не ошибка? Ты же говорил Super Slim. Вернее, Slim. Офигеть, это фатка. Так она Last of Us не тянет нифига. Мы не ошиблись. Хрен знает. Ты мне точно то выслал? А почему она так выглядит прикольно? Да ё-моё. Так. Опа, я присяду, пожалуй. Ай, распаковка долгая. Да ладно. Да ты... А что, она еще и с ножкой, что ли? А нет. Хрен знает. Ничего себе, PlayStation 3 фатка. Так. Вот такая красавица, ребята. Это супер Е-кайф. Так. Остановлю время. Не переживайте, я по консоли не попадаю. Я очень аккуратно все это делаю. Опа. Оу май. Даже полировать ничего не надо. Да ты шо. Капец, она со всех сторон глянцевая. Вау. Ух. Блин, одной рукой ее действительно невозможно держать. Вот это экспонат. Блин, я должен глянуть, как это снимается-то. Шикарно.
Шикарно. Вы посмотрите только на это чудо. Вот оно. Вот оно, первое поколение PlayStation 3. О, этот идеальный шрифт. Это кайф. Это просто кайф. О май. Посмотрите спереди. Тут откидывается панелька, нет? Блин, а почему-то только два USB. Это супер слим разве? Вернее, это слим? Странно, я ничего не могу понять. А где еще два USB-шника? Тут может какая панелька откидывается? Я просто не в курсе. Блин, у меня руки дрожат, все дрожит. Два USB-шника. Почему не 4? Давайте почитаем, что сзади пишет. А сзади у нас пишет PlayStation 3. Капец, у меня руки дрожат. Сессен HD 04. Почему я не вижу ничего? Почему так мало света? Надо направить вот сюда. HD 04 Сессен. Сессен HD 04. Все правильно. Я не знаю. Код 7D. Я не знаю, честно. Честно, не знаю. Какая-то модель. Я так понял, это фатка. Так, что у нас на обратной стороне? Капец. HDMI. LAN-порт. А нет, встроенный БП внутрь. Значит, это супер слимка. Ой, вернее, это слимка. Но почему оно в таком форм-факторе? Класс, блин, оно просто бомбовское. Это все поприлипало к ней. А, для того и тряпочка. Красава, красава Олежа. Надо было бы ее чутка намочить. Давайте вот так. Вот так вот. Пальчики сотрем с нее аккуратно. Блин, я ничего не пойму. Почему у нее не 3, не 4 разъема? Я так понял, что отличие фатки, PlayStation FAT, у нее есть 4 USB-шки. Но здесь только 2. Это супер... Это слимка, которая выполнена... Да ё-моё. Слимка, которая выполнена... Тряпка оставляет. Ворс какой-то. В таком формате разве? Офигеть. Блин, она тяжелая. Посмотрите. Вот только посмотрите на нее. Охренеть. Оу, щет. Да ты же, значочек переворачивается. Ты посмотри на нее. А что это за белый налет у нее такой? Что это? Такое. Везде какой-то белый налет. Ее, наверное, вымывал, то ли чем-то, то ли что. Везде этот белый налет присутствует. Ну и ладно, бог с ним. Идеальное состояние. Ребята, корпус просто в идеальнейшем состоянии. Никаких полировок не нужно, ничего. Это просто супер состояние. Неважно, рабочая она, не рабочая. Она просто красотка. Фух, это что-то с чем-то. Чтобы вы понимали, давайте я что-то объясню по поводу приставки. Паша лично, Паша игры, спасибо тебе, респект. Паша лично ее обслуживал, лично вычистил. И самое, что интересное, он сделал скальпирование процессора. Это, если кто в курсе из компьютерной тематики, это снятие с процессора теплораспределительной крышки, которая... под которой находится сам кристаллик процессора, как на видеокарте. И он скальпировал процессор Sony PlayStation 3, тем самым сбросив еще определенную температуру, чтобы она не превышала, к примеру, там 60 градусов или 65 при работе Соньки. Если это фатка, а не Slim, они всегда страдали перегревами, и этими консолями в основном никто никогда не пользуется и не играет на них. Но Павел уверяет, что ей можно абсолютно и точно пользоваться без всяких каких-то проблем, потому что он
делал не только себе скальпирование, помогал и другим людям в этом плане. Это не реклама, это ничего, никто меня не просил этого говорить, но мне кажется, это будет логично это сказать. Вот. Сказать это воочию, потому что человек этого заслуживает. Спасибо тебе большое, блин. Сразу падает. Спасибо тебе большое. Блин, эта Сонька будет какое-то время радовать нас на стримах, я надеюсь. И, в принципе, будет жить долго. Не знаю, скорее всего, мучать мы ее часто не будем. Вот. Как я и говорил, Павел утверждает, что людям помогал. Боже, она такая холодная. Карта захвата как раз покупалась для консоли. Вообще, в принципе, для консолей. И для захвата можно и телефоны использовать, и любой консольки PS4, PS3, PS5. Главное, чтобы она тянула 60 FPS. Главное, чтобы она тянула 60 FPS. Это самое главное для нее. Разновидностей их бывает очень много. Зайдите в интернет, погуглите, как говорится, там много чего есть на эту тему. С ценником от 1000 рублей 400 гривен до Авермедиа, которая стоит 17 тысяч рублей в гривнах. Я даже боюсь говорить эту сумму. Блин, это просто шикарно, пацаны. Полюбуйтесь еще раз на это произведение искусства от PlayStation. PlayStation 3, мне кажется, самая красивая консоль на свете. Особенно фатка. Но если это слимка, я просто не пойму, почему у нее корпус именно такой. Блок питания не внешний, блок питания внутренний. Нужно будет посмотреть в инете, что и как. Посмотрите на вебку. Реально, на ней царапин нет практически. Ну, то есть, верх практически идеален. Ну, идеален, я бы сказал так. Потому что то, что я встречал в интернете у людей на видосах, там состояние гораздо хуже. Люди заморачиваются с помощью пасты, их как-то пытаются отполировать. Давайте переставлю, вот так покажу. Обратная сторона также целиком и полностью глянцевая. Блин, это просто супер подарок. Блять, мне ее внешний вид просто, я обалдеваю. Не знаю, может, ты свою какую-то консоль отправил. Посмотрите на разъемчики, все чистенько. Все прекрасно. Павел ее купил, обслужил для меня. Сделал все как полагается, и чтобы вы понимали, внутри стоит терабайт памяти. Или 800, около 800 гигабайт, и все это забито играми, то есть ее, в принципе, можно включать, вспоминать, как это делается, и пользоваться. Блин, я просто не могу, я ее кручу-верчу, просто включить хочу. В распаковку это видео не войдет, потому что распаковка... Это долго сейчас весь процесс. Я хочу это видео выпустить сегодня. Вот, свежие эмоции, так сказать. Блин, я просто нереально доволен. Я просто нереально доволен. Я не знаю, как еще сказать. Мне кажется, у меня просто слов нету. Я нереально доволен этой консолью. Это супер. Это, блин. Даже я же говорю, если иногда пользоваться, это кайф. Просто шикарно. Но два USB-шника. Хрен знает. На фатке я так знаю, что у них 3. Ой, 4, извините. 4 USB-шника. Кайф, ты шо. Павел, огромный тебе респект за обслуживание. Если что, общайтесь. Павел Игры. Он подписан в чате как Игры. Общайтесь с этим человеком. Спрашивайте, какую версию прошить, какую лучше взять для прошивки. Вот. Это версия приставки, еще раз говорю, CSNHG04. Ну, CSN имеется CECHG04. Шикарно просто, не знаю, тут еще такой красивый воздухозаборничек и здесь. Посмотрите, блин, как ее поставить-то. Не могу я навертеться в руках, как дурачок, как говорится, с ней. Посмотрите. Посмотрите на состояние. Она даже снизу идеально. Это просто пушка. Это просто пушка. Диск какой-нибудь ставить в нее, я стремаюсь. Блин, но мне очень хочется показать вам этот процесс.
Да ё-моё, пальцы отдай. Ну, по весу она килограмма 4, потому что на посылке было указано 4. Я знаю, что вкладка весит-то побольше. Блин, она не здоровая. Я на самом деле думал, что она гораздо крупнее. Мне кажется, вкладка больше. Блин, ну это просто кушать. Посмотрите, этот логотипчик. Тут все в идеальном состоянии. Вот здесь еще немножечко подтереть. Ребята, я просто... Сейчас мы сюда залезем. Опа, 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 опа. Ну, мы еще потом ее дотрем. Вот, пойду полюбуюсь. Огромный тебе... Господи, огромный тебе респект. Павел, спасибо тебе большое за такой подгон от подписчика, как говорится. Да ты что, я не могу дождаться этого звука пик. Он просто шикарен. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. И я поиграл, всем я поиграл. Встретимся на стримах. Мы стримим в основном старые игрушки, поэтому, в принципе, эта консоль будет в тему. Оставляйте свои комментарии, свои воспоминания, если у вас есть консоль PlayStation 3 или вы пользовались когда-то PlayStation 3. Я жду ваших комментариев, обязательно постараюсь отвечать на вопросы, если комментарий будет интересен и по теме, я с удовольствием. А так вообще любой комментарий, пожалуйста, оставьте под видео. Я старался и стараюсь для вас снимать, так сказать, контент. Вот, оставляйте лайки. Оставляйте комментарии обязательно. Всем яп-яп-яп-яп. Всем яп поиграл, пацаны. Спасибо. На сегодня все. До новых, как говорится, видосов.